конце июля прошлого года артист женился на владелице сети юридических контор Татьяне Клаудии Дэвис. Спустя 2 месяца после свадьбы супруга Прохора Шаляпина умерла из-за коронавируса, который, по всей видимости, подцепила на торжестве. После трагедии Прохор столкнулся с жесткой критикой в свой адрес, но достойно вышел из всей этой ситуации. Каких столько сплетен не ходило по поводу Шаляпина, который был вне себя от горя. Поговаривали, якобы Прохор получил от Клаудии Дэвис большие суммы денег, но, как оказалось, это не так. Наша история была очень рейтинговой и яркой, она просто резко оборвалась. Надо было что-то придумать, вот и придумывали всякое. Все случилось в США, а там с насильственными смертями очень строго. Я ничего не получил с этой истории. Было смешно что-то получать. Был брачный контракт, там все прописано, заверил 38-летний исполнитель в шоу «Злые языки». Недавно Прохор встретил новую любовь, актрису и телеведущую Ольгу Сан. Артист часто сравнивает нынешнюю избранницу с Татьяной, что Ольге очень не нравится. Не нравится, что он сравнивает меня с умершей женой. Я по натуре собственница. К прошлым его романам отношусь, скорее, отрицательно. Как мы познакомились? Пересекались то на съемках, то на презентациях. Прохор также сидел в жюри на одном из конкурсов, где я принимала участие. Месяц назад мы столкнулись на Арбате. Получилось как в романтическом фильме. Мы оба пробегали в переходе, неслись на мероприятие и буквально сбили друг друга с ног. У меня вещи вылетели из сумки, Прохор помог все это собрать. Немного покричали друг на друга, а потом поняли, что знакомы, хоть до этого не было общения. В итоге обменялись телефонами и сходили в кафе. Оказалось, у нас много общего. Вот теперь встречаемся. Прохор покорил меня искренностью и открытостью. Он совсем не такой, каким я ожидала его увидеть. Пока наслаждаемся отношениями, о свадьбе не думаем, пусть все идет своим чередом, рассказывала 35-летняя Ольга Стархиту. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!